История чудного праздника Дня пионерии началась 96 лет назад, но популярность и размах дата не утратила. В Бресте пионерское объединение насчитывает в своих рядах свыше 96 тысяч учащихся. Для этих ребят День пионерии – дата важная. В Центре дополнительного образования детей и молодежи собрались самые активные и энергичные делегаты детских организаций и учреждений образования города. Собрались ребята, которые пионерская организация стала настоящим хобби, я бы сказала. В этой организации они проявляют свои лидерские качества, как-то проявляют себя в плане благотворительности. Скажем так, Белорусская республиканская пионерская организация – это тот старт, где каждый ребенок может найти свою нишу. В программе праздника, пожалуй, самым зрелищным аккордом стало выступление пионерских агитбригад. Три лучшие команды в своих номерах стремились оригинально подать музыкальное произведение, удивить самобытными танцами и яркими костюмами, поразить зрителя литературным творчеством. После состоялась церемония награждения почетными сертификатами и дипломами за активное участие в жизни пионерской организации самых активных ребят и взрослых лидеров. Среди них Елизавета Шульган. Мы прежде всего патриоты своей страны. Также мы помогаем всем. Активно участвуем во всех мероприятиях и агитируем детей, чтобы они также вступали в нашу дружину. День пионерии всегда был одним из самых больших детских праздников с обязательным парадом или торжественной линейкой, посвящением в ряды организации пионерскими кострами. Сегодня вновь и в едином строю собрались те дети, которых объединяет любовь к своей родине и к пионерии.